Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Ось я знову в ефірі, я Дмитро Тузов. Так, і ми з вами аналізуємо головні події. Ми з вами поговорили про те, що наші партнери зараз приймають правильні рішення, нарешті, з точки зору постачання важкої зброї Україні. Ми розуміємо, що це також такий проміжний варіант, тому що в битві із таким утворенням, як Російська Федерація, зрозуміло, що будь-яка країна потребувала би просто колосальних ресурсів. Просто нереально колосальних ресурсів. І в тому числі мова, очевидно, мала би йти про коаліційну війну проти такого монстра. Найголовніше роблять українці зараз. Це зрозуміло. Але ми дуже вдячні нашим партнерам за ту допомогу, обсяги і якість, я вважаю, якої зараз реально збільшується. На зв'язку з нами зараз Євген Криштафович, керівник громадської організації «Відкрита Республіка Естонія». Пане Євгене, вітаю вас. Добрий вечір. Скажіть, ви підтримаєте мій оптимізм про те, що ми є свідками зараз масштабних концептуальних змін? А Україна отримує зараз найбільший пакет допомоги. Зрозуміло, що він не фінальний, але він серйозно допоможе у визволенні українських людей і українських територій. У вас є відчуття того, що ситуація серйозно змінилась зараз на користь підтримки України, не лише в плані засобів стримування військових, так, а й зброї, яка саме допоможе визволяти всі захоплені росіянами території? У мене є тверде убеждення, що в Європі, по-моєму, серед людей, приймаючих рішення, наверное, скорее всего, уже не осталось людей, готовых поверить в то, что прекратить войну в Украине можно каким-то образом, задобрив Путина, договорившись посредине или предприняв еще какие-то дипломатические, в их понимании, шаги, которые очень, как многим казалось, хорошо сработали после Крыма. Сейчас, по-моему, до всех дошло. Кроме последних агентов Путина в Европейском Союзе и в Соединенных Штатах, до всех дошло, что иным способом, кроме оказания всесторонней помощи Украине и гуманитарной, экономической в том числе, и, конечно же, военной, кроме как вот оказание этой помощи, других возможностей преодолеть военный кризис, развязанный российской агрессией против Украины, уже невозможно. То есть, конечно, за этим стоят и симпатии по отношению к Украине, но и трезвый расчет, что по-другому не получится. То есть, если до этого считали, даже после 24 февраля, что давайте еще попробуем, давайте еще раз позвоним Путину, давайте еще о чем-то поговорим, давайте еще с кем-то договоримся и, может быть, придержим, не будем так сильно ввязываться в эту ситуацию при помощи своих ресурсов, то сейчас единственный свет в конце туннеля видят только вот этой войной до победного конца, если угодно, и помощью стран Европейского Союза, Соединенных Штатов, стран Европейского Союза и НАТО, помощью Украине. Поэтому, да, скорее всего, я этот оптимизм разделяю. Ви знаєте, я давно вже звертаюсь до наших слухачів, як до громадян Великої України. Я так і кажу, вітаю вас, громадяни Великої України, тому що так, в моїй свідомості чітко склалося це уявлення, що нація, яка може зупинити російських агресорів, є великою. Якщо є на заході континенту є Велика Британія, то на сході хай буде Велика Україна. Але в Європі є інші великі країни. А великою я називаю Естонію. Коли ви вперше я почув, що ви передаєте зброю Україні, та я так і назвав. Я сказав, що Естонія є великою країною з мужніми людьми, тому що, мабуть, вирішується питання не кількістю територій, а духом людей. Ви нам допомагаєте, серйозно допомагаєте. Зараз дуже важливо послаблювати російський режим всіма можливими заходами, методами і санкціями, будь-чим, насправді. А що у вас відбувається в Естонії зараз з російськими активами, так, які залишались на території Естонії? А ми знаємо, що це джерело прибутку, в тому числі до наближених до Путіна олігархів.
Ну, по-перше, дуже вам дякую. Це комплімент. Це не комплімент, це констатація факту, так. Вы знаете, когда война началась, очень у многих, и в том числе, кстати, в Эстонии, у моих коллег, может быть, у тех, кто последние годы как-то реже, чем я, бывал в Украине, тоже были такие довольно скептические оценки. Ну, слушайте, они не будут воевать в конечном итоге, там сдадут территории, не надо даже туда посылать оружие, потому что оно достанется врагу, и из него будут стрелять по нам и так далее. Я всегда говорил, откуда вы это берете? Этого не будет. А украинцы точно так же, как эстонцы, очень хорошо понимают, что это экзистенциальная война. Если украинцы не победят, то государственность, самобытность и вообще будущее украинского народа очень под большой угрозой. Скорее всего, в нынешнем варианте развиваться они не смогут. И это понимает большинство в Украине. То же самое и с Эстонией. Эстония не могла поступить иначе, потому что мы очень хорошо понимаем, что если эта война не закончится поражением режима Путина, то, ну, это говорят о том, что там, ну, следующими будут страны Балтии. Мы абсолютно в этом убеждены. Это даже вообще не вопрос. Но и чем это для нас закончится? Это закончится просто тем, что здесь, ну, танком переедут через страну с населением 1 300 000 человек. Поэтому и Украине отступать некуда, и Эстонии отступать некуда. Совершенно, совершенно точно. Поэтому, если кто-то еще в Европе что-то тут калькулировал, то мы нет. Что касается вот этих активов российских, то Эстония сделала такой, ну, достаточно, как бы бросающееся в глаза заявление, что, не дожидаясь общеевропейских каких-то решений по передача замороженных активов россиян в пользу Украины, к обращению в пользу Украины, Эстония своим национальным решением может и изыскивает сейчас способы это сделать. Потому что многие другие страны, в том числе и ближайшие к нам, например, Литва, сказали, что это интересная инициатива, но они, например, хотели бы дождаться какого-то европейского решение на уровне Европейского совета, общего для всех стран Европейского союза, пока они национального решения не планируют. Может быть, я надеюсь, что это не совсем часть предвыборной кампании министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсала. У нас 5 марта будут парламентские выборы. Это, конечно, очень популярное предложение, но я надеюсь, что это реально обсуждается, потому что, ну, кто-то должен начать на самом деле это делать. И почему бы не Эстония? У нас не так много этих, на самом деле, активов здесь арестованы, мы можем это сделать и, ну, как бы, и решить вот эти юридические проблемы, с которыми, естественно, придется столкнуться для того, чтобы, ну, остальным странам Европейского Союза было как-то проще понять те риски, которые их ожидают, когда доберутся до реализации гораздо больших активов, арестованных в других странах. А тобто арешти російських активів, ви знаєте, я би не переживав би з приводу, якщо це частина виборчої кампанії, парламентської кампанії. Чому? Тому що це свідчить про запит суспільства в Естонії, людей в Естонії, які замовляють своїм політикам ось таке рішення. Так? Тому, мені здається, в цьому я б не бачив би нічого поганого, як на мене. Ми з вами відзначаємо зараз, що в Естонії може бути реалізовано такий пілотний проект з конфіскації російських активів, що потім буде мультиплікуватися і буде розвиватися в інших країнах. Я правильно це розумію? Да, на сегодняшний день, ну, пока это высказано только министром иностранных дел, такой широкой общественной дискуссии за этим не последовало, все покивали головой, сказали, ну, наверное, как-то надо, но представьте план. И
Мне кажется, что общественная поддержка этому решению в Эстонии будет достаточно сильной. То есть, если за этим не последует какого-то сейчас противостояния со стороны наших европейских партнеров, которые захотят каким-то образом скажем, обратят внимание на то, что необходимо это решение еще юридически как-то подготовить, то я думаю, что Эстония вполне реализует этот пилотный проект. І якщо ми вже з вами говоримо про створення таких прецедентів, в Естонії зараз суттєво скорочують кількість російських дипломатів. Я думаю, що аналітичним службам цивілізованих країн давно відомо, що під цим дипломатичним одягом ховаються мундири представників російських спецслужб. І в цьому зв'язку ось ця ініціатива естонської влади, естонської дипломатії, її зараз підтримують врешті країн Європейського Союзу, як ви вважаєте? Діло в тому, що по багатьох країнах Європейського Союзу численность дипломатов Российской Федерации сокращалась еще и раньше. Там и Чехию можно взять, и другие страны. То есть там были и массовые высылки дипломатов. У нас их не было массовых. У нас очень большое число российских дипломатов тоже еще по вполне разумной причине. У нас здесь очень большое число граждан Российской Федерации. Эстония, по-моему, у нас около 100 тысяч, даже больше граждан Российской Федерации. Это очень много для Эстонии, потому что у нас всего 1 300 000 населения. Кто-то должен обеспечивать консульское обслуживание этих лиц. Это сегодня высказанное, опять же, министром иностранных дел намерение. Цифры мне неизвестны, кого именно предложит Эстония сократить. Наш персонал эстонского посольства в Москве значительно меньше, то есть Россия закрыла уже давно достаточно все наши консульские учреждения, в течение года, когда идет война, консульские учреждения в Петербурге и в Пскове, то есть осталось только посольство в Москве и его консульский отдел, но поскольку граждан Эстонии в Российской Федерации не так много и не так много нуждаются в постоянной консульской поддержке, в отличие от граждан Российской Федерации на территории Эстонии, то эти цифры были непропорциональными. Я пока не готов ответить на то, кого именно собираются сократить и сколько, но да, такая инициатива сегодня тоже была высказана. Які настрої, за вашими спостереженнями, у громадян Росії, які живуть в Естонії, або російськомовних громадян? Наскільки небезпечною є фактор п'ятої колони, як ви вважаєте? Тому що, насправді, війна в Україні показала, що п'ята колона – це страшна справа, яка готова, це люди, які готові руйнувати власну країну, в якій живуть, працюючи на розширення Російської імперії. Що ви фіксуєте зараз в Естонії і чи впливає війна в Україні на світосприйняття людей, які вважають себе спорідненими з Росією, так, які слухають російські телеканали, які, у нас же тут по-різному було, Путін прийде, воно ж звучало не лише в Україні. Яка у вас ситуація? По цвету паспорта граница так четко не проходит, потому что есть граждане России, которые еженедельно выходят к посольству Российской Федерации в Таллине с антивоенными лозунгами и с призывом к другим странам остановить Путина. И есть вполне себе граждане Эстонии, которые говорят о том, что Эстония могла бы поддержать Путина в его целях, связанных с агрессией, развязанной против Украины.
Понимаете, это такое достаточно... Почему у нас, во-первых, так много российских граждан? Это исторически сложилось, потому что очень многие люди после развала СССР и восстановления независимости Эстонии не могли получить эстонское гражданство, потому что не знали эстонского языка и приняли гражданство тех стран, которые у них была возможность получить. В частности, гражданство России, в частности, гражданство Украины, также там Белоруссии и так далее. То есть вам, наверное, будет... Ну, я надеюсь, вас не напугает этот факт, но, скорее всего, будет удивительно узнать, что Эстония — это единственная страна за пределами Украины, где вот промосковские силы на всех выборах, там, начиная с президента Януковича, заканчивая там его этой партией регионов, всегда традиционно выигрывала все выборы здесь в посольстве Украины, потому что среди граждан Украины, постоянно проживавших, да, до того, как у нас сейчас приехало гигантское количество украинских беженцев, а среди украинцев здесь преобладали такие промосковские, скорее, настроения. То есть это были, ну, вот, люди, немножко тосковавшие по советскому времени. Мы прилагали всегда очень много усилий для того, чтобы как-то эта общественная интеграция была более активной. У них не было причин, может быть, так сильно в советском времени тосковать, но эти изменения шли довольно медленно. Может быть, сейчас, кстати, на фоне войны все это пойдет, изменения в сознании, в нравственных оценках, и вот в таких категориях эти изменения пойдут гораздо быстрее. Знаете, мене теж завжди дивувало, що люди, які підтримують Росію і Путіна, виїжджають не в саму Росію, матушку Росію, да, а вони їдуть на Захід, в нормальні країни, щоб там якби жити в менш-більш нормальних умовах. А за вашими спостереженнями, як зараз українська громада в Естонії реагує на російське вторгнення і на війну? Украинское землячество здесь очень активно с самых первых дней российской военной агрессии занималось вот, организацией приема беженцев, сделало очень много для того, чтобы эти процессы были безболезненными, насколько это возможно, и поддержать людей, которые оказались в этой тяжелой ситуации, и поддержать эстонские службы, которые им помогали, и все делать для того, чтобы своим соотечественникам помочь. Они большие молодцы в этом смысле. То есть в Эстонии у нас открылось две украинские школы, ну, они государственные школы, разумеется, но и украинское землячество приложило большие усилия для того, чтобы найти, например, туда говорящих на украинском, как на родном языке, педагогов, хотя дети там учатся, как бы основной язык преподавания эстонский, они учатся по эстонской учебной программе, как предусматривает эстонское законодательство, но так, чтобы у них были все возможности для сохранения своего языка и культуры. К счастью, есть и эстонское государство к этому прилагает большие усилия, то есть я только недавно видел несколько открытых тендеров Министерством культуры, Министерством образования и науки на поддержку разных инициатив для сохранения вот детьми беженцев своего родного языка и культуры в рамках формального образования. Эстонское государство само тратит на это очень большие средства. И украинское землячество, например, всячески этому помогает, потому что, ну, где мы возьмем друг, где деньги сами не обучат украинскому языку детей, которые приехали из Украины сейчас сюда, в Эстонию. То есть нужно найти этих людей, замотивировать, возможно, кого-то убедить отказаться от других вызовов или работ, которые они выполняют, а посвятить себя этой миссии. Это мне просто очень близкая тема образования, поэтому я сразу привел этот пример. Но, естественно, во всех остальных жизненных сферах, в которых беженцам была нужна и продолжает быть нужна помощь, украинское землячество оказывает всяческую поддержку. Они очень большие молодцы. Руководитель землячества Вира Конек, одна из просто героев, постоянных героев всех новостей, и выступает с очень позитивными меседжами. И вот это справді, это дуже приємно, это дуже добре. Та це велика справа, вже дві українські школи в Естонії
з моменту цього російського вторгнення, це означає, що діти мають можливість зберегти свою і мову, так, і культуру, і водночас вивчають естонську мову. Мені здається, що ось це і є європейський підхід до освіти і до розвитку. І ви знаєте, звісно, мене тривожить те ж саме, що і вас. Ви сказали, що у випадку вторгнення з боку Росії, ну, танком переїдуть країну. Я сподіваюся, що не переїдуть, звичайно, в цьому зв'язку. А наскільки ви себе впевненіше зараз почуваєте в зв'язку з розширенням НАТО? Все ж таки Фінляндія, Швеція, я сподіваюся, повноцінно інтегруються в Північно-Атлантичний альянс. І ви матимете, так би, якби захищений тил, мені здається. Тому що це справді, це дуже важливо. Це як на прикладі України. У нас зараз дуже надійним тилом є наші брати в Польщі, які допомагають дуже сильно Україні, як і Естонія допомагає, як і Латвія, як Литва, безсумнівно. Так? В цьому регіоні Європи, як ви вважаєте, все ж таки рівень безпеки збільшився? Ми надіємося на те, що наші тили достатньо захищені. І, звісно, нинішня ситуація, при якій Балтійське море фактично стане внутрішнім морем НАТО після вступлення в НАТО Фінляндії і Швеції, це додає впевненості. Як додає впевненості і увеличення іноземного контингенту НАТО в Эстонии и появление нового вооружения в огромных количествах и доселе, конечно, совершенно для нас это невозможно было представить там 5-10 лет назад, в посткрымское время уже я уже вполне мог себе представить, что Эстония будет очень активно вооружаться, так же как и Латвия, так же как и Польша, так же как и, в общем, все страны, которые находятся близко к Российской Федерации или Республике Беларусь. Но, тем не менее, то есть сейчас одна из тем парламентских выборов – это то, что расходы на оборону, если раньше говорили 2%, это очень много, да, это натовское требование, и Эстония была одна из небольшой группы стран, которая это требование все-таки исполняла, нам всегда говорили, что есть же вот те, кто это не делает, например, Франция, да, и ничего, хорошо живут, никто их из НАТО не выгоняет. Может быть, и мы найдем, куда деньги в другое место потратить. То есть теперь говорится о том, что там 3% достаточно ли будет от ВВП на оборонные расходы. И эта цифра постоянно растет, новые «Хаммерсы» постоянно закупаются. Вооружение у нас, тем не менее, как бы не застаивается. Оно у нас периодически тратится. Очень много направляется в нашим партнерам в Украину, и мы рады этой возможности, потому что для того, чтобы эта возможность могла реализоваться, нужны разрешения от других стран НАТО и бывших владельцев, и производителей оружия и так далее. Это очень сложная сама по себе процедура. Мы рады тому, что мы можем служить этим плацдармом и готовы на это тратить и собственные деньги и ресурсы, дополнительные ресурсы НАТО, рада тому, что эта мысль находит понимание у наших партнеров по НАТО, и думаем, что все эти ракеты, поставляемые в Украину, летят в правильную цель, которая, в общем, и поддерживает безопасность и стран Балтии, и Эстонии в частности. Це дуже добре, що ви це усвідомлюєте, справді, в правильну ціль. Я сам себе трошки доповню, коли я кажу брати, то брати і сестри, звичайно, сестри і брати, ось так правильно буде, тому що жінки і чоловіки на рівні боронять Україну. Пане Євгене, мабуть, це фінальне питання. Дев'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації, зрозуміло, що весь цей російський режим треба чавити, треба знищувати економічними методами. На жаль, Росія досі здатна виробляти ті самі ракети, крилаті і балістичні. Там, ну, експерти різну кількість називають, але там щомісяця вони виробляють певну кількість ракет, якими потім обстрілюють Україну. І зрозуміло, що треба цей режим знищувати економічно. Після дев'ятого пакету санкцій, як ви вважаєте, далі продовжиться процес активно, та не декларативно, а активно процес знищення, економічного знищення нинішнього російського режиму?
У нас нет другого выхода. Мы обязаны делать именно так, поступать именно так. И это понимание сейчас есть, как мне кажется, во всех европейских столицах. Мы заканчиваем это интервью то же самое, с чего начали. Потому что это война, продолжение ее. Это очень цинично звучит, да, на фоне того, что там ежедневно гибнут сотни тысяч людей, но она еще и стоит дорого. Очень-очень дорого стоит, и это и все эти экономические последствия, и то, что потом необходимо будет восстанавливать это колоссальные суммы. И чем больше мы сейчас введем санкции, может быть, в том числе и в ущерб себе, тем больше мы сохраним ресурсов на будущее и будущее нашим детям и внукам еще, которым хватит разгребать всех этих последствий этого безумия, которое было развязано Путиным. Мы должны это просто сделать. Дякую дуже. Євген Криштафович, керівник громадської організації «Відкрита Республіка Естонія», був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.